Национальный банк Молдовы посоветовал лицензированным банкам воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и выкупа долевых инструментов, пока аудиторские компании не представят финансовую отчетность к концу текущего года. Как сообщает пресс-служба Нацбанка, решение было принято для обеспечения стабильности и жизнеспособности лицензированных банков в контексте негативных последствий пандемии COVID-19, появившихся в текущем году, а также неопределенных перспектив ее распространения. В то же время обеспечение адекватного уровня собственных средств и ликвидных активов в условиях продвижения продуманной политики управления рисками позволит банкам поддерживать кредитование реального сектора экономики, заявляет НБМ.